Она ушла. Я давай, она поела, и давай свои по ушам есть. Я говорю, вот кто тебе всех трафарет, то, что будет со мной. Вот, в дом приставила, тебе надо вести все в этом. Она, да я ее не слушаю. Я говорю, ты чего ее пускаешь? Я не пускаю, она вот видишь, как приходит. А то приходит в 10 часов вечера. Я говорю, правильно, а? Я говорю, а почему ты открываешь? Почему ты не спрашиваешь, открываешь, а ты едва лежишь, спишь. Она, ты вдруг наш, кто приедет? Я говорю, это Марина в деревне, когда приезжает, она мне подходит. Я говорю, я ее приезжаю и на трамвайной линии встречаю. Я говорю, больше тебе никто не ходит. Я говорю, успокойся, и больше нет. Нет, больше не буду. Я говорю, в коридор не выходи, показываешь, ты такая прета, самая беспомощная прета, безродная. Я говорю, что тебе нужно? Сытая. Все, она говорит, самое у тебя чисто, все, лежи и спи. Ну, в общем, короче. А потом уже я говорю, все, я собираюсь, начала собираться домой. Она, ты посиди до 7 часов. Я говорю, а потом что? Потом я говорю, давай, ладно, и доеду. А там автобусы перестанут ходить. Я нет, я уже в 15 минут 7-го, я говорю, я уже пошла домой. Все, ну, в общем, короче говоря, ой, ну, а Самарине говорит, кто-то мне обещал это куличо привезти и яички крашеные. Кто-то, да, кто-то приехал. Кто-то, в общем, был, я забыла, кто же был, ну, уже кто-то чокнул совсем полностью. Вот. Я говорю, это я тебе обещала, и я тебе сам принесу. Ладно, а я тебе это рассказала. В общем, в тот раз искали вот эту вот фляжку, ну, поняла ты какую, простовую, 100 грамм. И начали, видите, я за диван смотрела, все. Сегодня, а эту, которую вторую вот сам принесли, я наверх в шифонеру в этот самый спрятала. Лежу, она и говорит, фляжку-то подкинули. Ты понимаешь, где она ее взяла? Я все просмотрела, я не могу тебе сказать даже, где она ее откуда взяла. Вот, а это как раз Надежда пришла, и она ее как бросит, вернее, до Надежды, как бросит на пол. И она на полу лежала. А когда стала уходить, она мне говорит, а фляжку-то вот я бросила, в общем, здесь она должна быть. Я говорю, я ее убрала. Думаю, если вот в следующий раз придут, скажут, где фляжка, все, я ей фляжку покажу, сверху достану. А эту я забрала вон домой. Вот, то, что она значит, будет голову морочить мне с этой фляжки. Ну, в общем, вот так. Она обычно в собаке любит, раньше любил прятать. Да? А, вот, дочь, еще забыла. В общем, я пришла, все, а это, всю обувь я сложила, вот эти ящики, это, ну, черные вот такие, ну, из-под овощей, ну, поняла. Вот, я их все друг на дружку все сложила, и галоши, и сапоги, и все, в общем, туда. Она и говорит, какая ты сучка, это самое, не по-моему, сложила, все, в общем, это самое... Куда дело? Это вот ящик у меня стоял вот здесь вот, где, дочь, кресло, диван и кресло. Он у меня всегда здесь стоял. А это какая-то сучка пришла, все переворочила. Ну, я поняла то, что это сучка, это я. Я говорю, ты что искал, что тебе надо? А может быть, она брата в сапогах? Дочь, я не смотрела. Мне кажется, она раньше любила. Вот. Ну, в общем, короче говоря, это самое... Я говорю, у тебя ящик всегда стоял там. Ой, кто-то звонит. Ну ладно, вот здесь. Ну и сейчас вечером отпустите. Ну и нахрен. Ну, в общем, короче говоря, вот это. Вот, эта сучка нашлась. А потом я ей говорю, это не я, это самое. Теперь. Она, ой, это расти, в общем, я говорю, ну это, в общем, короче, ящик должен быть вот здесь. Я говорю, конечно, вот прямо святой угол, я говорю, тебе это самое поставить здесь. Ну, в общем, короче говоря, дочь, привет, хер знает чего. Вот. И, а, да, а вот это, куличу и яйца. Кто-то обещался, кто-то чего. Я
тебя сменим. Думаю, вот ты молодец. Что-то я не могла мне прислать. Я вот думаю, я вот тут сориентировалась. Ну и все, я уже сидеть не стала. Да вставляла. И, короче, завтра домой пришла. Thank you.